Нижний ряд окон от дворца до башни. Башня была, окон не было, стены нормальные были. Ну, побиты, поцарапаны, но все были целы. Наверху ржавый циферблат со стрелкой. Или с двумя стрелками, поржавевшая все. Вокруг этой башни был забор деревянный, больших таких досок. Здесь все было красиво, уже покрашено. Среднее окно, четвертое, там 7 окон. Это вход был в станцию. По ступенечкам заходили, направо мы, авиамоделисты, а там фотокружок и судомодельный, возможно, был. Директор и зам были Белобоков и Лосев, фамилии запомнили, кто из них кем был. Мой начальник был Ривкин Леонид Наумович. В конце 70-х годов уехал в Канаду. Да, и ступенечки были. Мы спускались направо, наше было, приходил этот Леонид Наумович, и мы занимались моделькой автомобилей, там моторчики были, в общем, гоночники делали все. Пол, я хорошо запомнил, лимонно-желтого цвета, так вот вытоптаны, притом подхожу к стене, что замуровано дальше, прям видно, что дальше люди ходили, мы это понимали. И в дворец там ходили тоже, где сидел директор, стол, он что-то, интересно, за вами было, тут все замуровано.